Когда это было? 100 лет назад. Я выбрался из той пещеры. Стал железным человеком. Понял, что люблю тебя. Я обещал больше без фокусов, но надеялся этот последний провернуть сумею. Мир стал другим. Прежнего уже не вернуть. И надо как-то жить дальше. А порой, чтобы жить дальше, надо начать все сначала. Столько людей обратилось в прах. Я всем говорю, что надо смириться. Что все в прошлом, но не для нас. Если есть даже малейший шанс, мы обязаны ради тех, кого с нами нет, попытаться. Попытаться. Любой ценой. Любой ценой. Любой ценой. Любой ценой. У нас получится. Естественно. Иного исхода я себе не прощу. Не смогли смириться с поражением. И куда вас это привело? Снова ко мне.